Так, здорово всем. Здорово, танкисты. Всех приветствую, дорогие друзья. С вами Левша. Так, смотрите, сегодня у меня 3% осталось добить. Буквально вообще немного. Буквально совсем чуть-чуть. Ну, почти 3%. Даже меньше. Кстати, подожди, а там перерасчет будет нормальной отметки? Нет? Нет. Она даже чуть выросла немного. Вот. Надеюсь, сегодня добью и, собственно, закрою 2,7,9. Даешь две отметки. Не, какие две? Три. Три отметки. Леша, как всегда. Да. Так, ну что? Будем отправляться в бой. Так, 2,7,9 ракообразный. Нихера себе перерасчет отметки произошел. Я в этом бою по-любому залью ее. Но здесь как здесь 2% можно сделать будет? Во-первых, не я его светил, да? Два раза пробили его. По мне кидали или нет? Мне кажется, по мне кидали. Ну да, вот по этот. Так, аккурат. Ну, боковать вообще нельзя будет, я вам так скажу. А что, вы не попадаете, мужики? Да, я тебя прикрою, мужик. Пробили их. Мы их пробили. Блять, гандон ты, сука, на 2,6,0. Да. Пробитие подтверждаю. Движение невозможно. Гусеница разорвана. Да, без бока, конечно, тяжело. Можно ехать. Прибор наблюдения повреждены. Обзор уменьшен. Есть пробитие. Но здесь без вариантов. Ну чё, первый бой нормально. Ладно, перерасчет отметки был. Минус процент, сука. Пробили их. Движение невозможно. Гусеница разорвана. Движение невозможно. Так, ладно, давай. Пробитие подтверждаю. Не знаю с этим. А, под пушку я пойду, да? Или куда-то? А, нихера. Это калибр слишком. Так, у нас все хорошие ПТшки, мне нравится. Две вот так в бабах поехал. Три ПТшки атакуют. Орудие повреждено, стрелять сложнее. Пробитие подтверждаю. Да, очень неприятное. Ну, блядь, Е3 это просто контра 2,7,9, кстати. Ну, без приколов. Он просто унижает этого 2,7,9. Пробили их. Есть пробитие. Блядь, там СТ-8. Блядь, Е3 просто охотится за мной, сука. Все в говне максимально. Не пробили броню. Хороший бой, блять, опять меня отвесли в отметке. Ой.
Ладно, я потом этот. Да. А, наши все как погибли. Сука, нет нормальных пока боев. Нету. 1.5% слил уже. Эта турелька не раскрыта. Есть пробитие. Так, что я хотел? Надо катки ставить, да? Просто... Катки-то надо с уроном ставить. Наши, кстати, рвут. Это знак хороший. Не пробили броню. Так, что у нас здесь происходит вообще? Мы их пробили. С этим все. Так, ну сейчас фазу будем ковырять, что. Нормально. Не-не-не-не. По-любому не соскучишь. Дальше не поедем, гусеницу сбили. Как ты не пробил? Чем ты на катке у меня встанешь, да? И тебе сейчас и сухо воткнет. Можем ехать? Да, вот. Готов. Нормал. Есть пробитие. Нихера ты пробил меня, блядь, хитрый жук. Блять, он два раза пробил. Сука, ты чё такой умный, блядь, череп не жмет? Пиздец, он взял это, ну он хорошо сыграл, спор нет. Или я плох. Два варианта. Как ты не пробил? Да. Ты зачем, почему не законтрил того чувака? Движение невозможно, гусеница сбита. Как ты не пробил? Да, это очень плохо, чувак, ты не законтрил. Только он меня зажал. У меня проблема. Хьюстон, у меня проблемы. Бля, там 120 приехал еще. Кернарвон. Бля, ну Эмиль, ну ты такой долбоеб, если честно. Он просто. Эмиль, блять, Эмилю надо было поехать, законтрить 120. И все. Я даже его оставил, думаю, ну, по-любому он поедет же его убивать. Он, блядь, ломанулся на хэвика. Ну, заебись, блядь. Блять, просто чувак, вот этот Эмиль едет контрить 120, я спокойно перестреливаю этого вот тут стоя. Ой. Ой, блять, чел, зачем ты поехал на хэвик, оставляя в спине? Если бы я знал, что он сюда поедет, я поехал бы 120 контрить. Надо бы 120. Блин, такой хороший бой изруинился. А в бизнес-классе летал хоть раз? Это вопрос. Да, летал. Ну, раза 3-4 летал за всю жизнь. А летал я. Я последние пару лет, последние 3 года мало летал, а до этого лет 5 прям плотно летал. Ну, то есть, когда были расстояния там 4-5 часов плюс, был бизнес. У меня еще в Аэрофлоте, там карточка была, то ли серебряная, то ли золотая, я не помню, какая это была. Вот, и там иногда тебе повышали просто автоматом до бизнеса. Когда посадка на самолет была, теперь раз такие, ну вот, есть возможность, тебе повышали до бизнеса, было такое. Там нормально было, когда мне повысили, когда я с Алматы летел в Москву. Там перелет по времени. Решает точно финал, да вот хер его знает. Александр пишет, может пока это, может, говорит, пора смириться и признать, что 92 твой уровень. Александр. Давай наберешь. Я подобные это, комментаторы вот, никого никогда в жизни не слышал, не слушал, когда тебе говорят, все, остановись, ничего, все, все, остановись. Это твой уровень. Пробили их. Конечно, есть. Так, потом, кстати, без ремки, да? А Сутклинчо, кстати, да, так играет. Мы их пробили. Не, проблема в другом, если честно. Блять, никто не помогает. Вот главная проблема. Чермачагер, блять, поехали со мной.
Ладно. Я просто не хотел долго катить жопой. Допустил ошибку. Нормально. А что, не, вот это не видишь? Так, вот что, все плохо по отметке, я вам так скажу. Если надо настреливать, Цель поражена. Пробитие подтверждено. Ну что, альфа, так сказать, располагает. Есть пробитие. А, я понял, кстати, вперед нам. Там Е сотый, блядь, там Е сотый. Есть пробитие. Как ты не пробил? Блядь, он меня сейчас убьёт же, да? Блядь. Очень плохо сыграл. Цук. Нахер я ему... Вот эти катки иногда... Вот это... Катки нужны. Понятно, что они нужны. Блять, надо было просто выйти ему, отдпмить его и все. Вот эта позиция. Встал бы, его расстрелял и все. Нет, блять, хотел катки, типа, на свет, и этот, ассиста. В итоге нагнули меня. А. Так, херово все, короче. Диван, никого не слушай, 92 не твой уровень. Да я все нормально, мужик, я вообще никого не слушаю никогда. Мне батя когда-то говорил, никого не слушай, сынок. После этого много что еще говорил, но я уже не слышал его. Проклятие 3%. Баянти Дмитрий. Да, да, че. Тема самое главное. Следующий будет чиф на евро? Нет, чиф на евро только осенью будет, не раньше. Я на чифе наигрался на ближайшие полгода. А, урод легкий? Мантикора, мне кажется, я буду вечность брать. На СТ2 я даже не играл ни одного боя, кстати. На нем прикольный три отметки, в том плане, что с нуля. Пробитие подтверждаю. Пробитие подтверждаю. Держится. Пробили их. Нормально. Так, ладно, чуть его подмолодили, малех. Нихера он выцелил, выцелил. Смотрите, 7. Блять, куда они едут? Извините, что ты что, медом намазаешь? Они решили все упасть. Мы их пробили. Пробитие подтверждают. Я не понимаю, в чем прикол. Ну, типа, что они попадали все? Хера на Т-30 ты едешь, блядь. Дальше не поедем, гусеницу сбили. Нормально, движение невозможно. Гусеница. Бля, он еще пробьет, да? Движение невозможно. Гусеница порвалась. Все, снова на ходу. Уничтожен. Да, сейчас уже жонглёшь. Да не убежишь, не убежишь. Уничтожили. Дальше не поедем. Пока, пока. У вас шляпа упала. Та-та-та-та-та-та-та. Так, Эмиль сейчас на КД будет плюс-минус. Ага, артоводы, ебать, мы откинули прям жестко. Гусеница порвалась. Дальше не поедем, гусеницу сбили. Бля, ну... Гусеница в норме. Там имели спину в пыль. Бля, ну этот Эмиль ссаный. Блять, ну где союзники?
Где вы, родненькие? Вы где? Вот это ты что делаешь здесь, блядь? Ебать, прицелился, пацан. Кавер натянул на танк и стоит. Бля, хорошая позиция, мне кажется. Мне кажется, он здесь его миллион, да. Бля, Эмиль, конечно, да, хорошо сыграл. А я упоролся. Не надо было упороться, да. Я думал, что я перепушу. Так, ну что, давайте на горе будем сражаться. Все это хорошо. А, из них 28-й еще на трое был, да, 28-й. Ну, ствол всегда хорошо. Так, этого без меня остановит. Нормально. Надо отступать, типа я боюсь. Они такие жесткие. Ничего не получается. Мы их пробили. Мужики, я этого разваливаю, который убегает. Пробили их. Я за вас почти. Нормально. Он еще. Как говорится. Как ты не, ну, блять, опять я вместо того, чтобы урон давать, я начинаю херней заниматься своими катками и санами. Дальше не поедем, гусеницу сбили. Готов. Бля, шакал, блять, сука, все испортил. На светляке. Пристрелите, пожалуйста. Пиздец, он весь урон, весь засвет своровал, ты прикинь. У меня был четкий план, я его придерживался, но у меня что-то не получилось. Все из-за свет всех. Понятно, как бы это его функция. Это его территория. Да, но мне обидно, ты это отметку делаю. О! А что я сделал? А я утопил его, что ли? А, да, я утопил его. Как ты не пробил? Их сколько у вас здесь, да? Не, мужики, загребись. Движение невозможно. Гусеница порвалась. Дальше не поедем. Гусеницу сбили. Пробитие подтверждено. Не, мужики, загребись, пыль глотать. Движение невозможно. А, нихера хуйня еще пробила, да? Движение невозможно. Так, я, кстати, мне кажется, в опасном месте нахожусь. Сука. Блядь, да выебывался. Снова на ходу. Не пробили броню. Движение невозможно. Гусеница сбита. Движение невозможно. Да выебывался, называется. Я неправильно сыграл, конечно, я сыграл. Короче, у коня позиция оказалась мне вообще. Вот тут моя позиция, здесь было бы норм. А из-за того, что конь там встал, короче, пиздец. Бля, я просто стой и здесь играй, и все хорошо.
А теперь опять возвращать, сука, этот процент. Бля, сука, контра моя приехала. Понимаете, да, прикол? Ёбаная арта опять... Ладно, арта. Уважаемые люди стреляют по мне, ребят. Бля, как я устал на катке стоять на этом. Блядь, не пробей только, пожалуйста. Бля, ну хорош уже, ну, блядь, ну хватит. Ну просто вот прекратите, блядь, я это, требую отменить урона по себе от арты. Ну все, ну две арты сюда кидают, они по мне же на цоп кидают. Посмотрите, что происходит на карте, две арты кидают сюда. Чтобы вы понимали. Ну, блядь, это пиздец какой-то, это незаконно, блядь, вот эта тварь коричневая должна погибнуть сейчас. Это, ну, невозможно, ну как так можно? Вообще, ну куда ты кидаешь? Иди ты нахер. А тебя он готов слушал. Блять, на Т-22СР. Бля, там сейчас мне в спину пробить и дадут, да? А бочки санные кто-то положит. А, я понял. Не, ну это бред какой-то, тебя просто арта, вот тебя изнасиловали. Бабах, конечно, смотрит очень плохо. А как наши погибли все? Эй, ладно, в пизду. Хороший бой. Ну, ладно, что 90% это. Эй. Вот весь стрим, он был бы, он весь стрим шел как бы стабильненько. Ну реально, весь стрим шел стабильненько, вот просто стабильненько. А вот последний час, это какая-то боль была, там 50 минут даже. Ну это реально жесть какая-то, у тебя просто артовод весь бой херачит, два артовода тебя херачит. На карте все, ну, то есть там бои происходят на карте. Ай, коричневые куски говна, у меня больше других слов нет. Мне не нравится, потому что они все весь бой по мне стреляли. Вот, да, увидимся. Так, я не знаю, если у меня завтра получится дневной стрим, но я думаю, у меня не получится, потому что у меня, ну, там дохера чего нужно сделать. Вот, а по вторникам вечерам я не стримлю сейчас. Вот, поэтому, скорее всего, в среду увидимся. Ну, если что-то чудо случится, то завтра, а так вообще, скорее всего, в среду увидимся на стриме. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте подписываться на второй канал Склад Левши, на Трова, телеграм-канал, группа ВКонтакте. Что там еще есть? Основной канал, конечно же.